Городской пейзаж – родная стихия для Валерия Потапова. Его персональные выставки – это всегда путешествие. На узкие цветные улочки Венеции или, как сейчас, в закоулке Рязани. Раньше я много ездил по миру, сейчас уже нет. Но там были интересные виды, сюжеты, что-то новое, необычное. А сейчас оказалось, что в России этого еще больше. И всегда можно увидеть что-то интересное, даже в простых вещах, которые, казалось, проходил мимо и не замечал. Валерий работает с акрилом. Яркие, насыщенные цвета и фотографичность сюжетов сразу погружают в состояние, позволяют почувствовать неуловимый момент. А вот его брат пишет маслом. Здесь, в галерее, представлены этюды, написанные с натуры специально для этой выставки. Я эти все места знал, но я вот пошел и опять заново их увидел. То есть, оказывается, в самом деле в Рязани очень много мест таких, как бы, интересных зданий, каких-то исторических улочек, мотивов, которые можно писать и писать, и не переписать. Есть вот старые домики, они вот маленькие этюды, вот старинные домики, которые спрятаны среди многоэтажных домов. Вот, 100 раз я мимо ходил и их не видел, потому что как бы ты идешь по каким-то делам, как правило, своими мыслями, а тут я вот их специально отыскивал. Характерные для импрессионистической манеры в живописи широкие мазки, ощущение сиюминутности изображенного момента, необычное цветовое решение привычных глазу рязанца мест. Все это погружает в раздумья философского характера и навевает мысли о судьбе и истории города, заставляет остановиться надолго у каждого полотна. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».